Начал выпуск с главных тем. Осторожно, фальшивомонетчики. Двое мужчин подозреваются в обороте поддельных банкнот. Об этом сообщает региональный МВД. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Каспийска. При нем были обнаружены поддельные 5000-ные купюры. Мужчина рассказал полицейским, 14 фальшивых банкнот приобрел через интернет-ресурс, заплатив за каждую 1500 рублей. Затем получил адрес закладки с поддельными деньгами и забрал посылку в окрестностях Хасавюрта. С их помощью подозреваемый совершил покупки в магазинах розничной торговли. О схеме наживы он рассказал своему 40-летнему знакомому, проживающему в Хасавюрте. Он также заказал фальшивые купюры, но был задержан стражами порядка. При обыске у него обнаружили 7 поддельных банкнот. По факту хранения и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.